Первенство России по мини-лапте среди школьников прошло в Саракташе. Принять участие в соревнованиях приехали 23 команды девушек и юношей из 17 регионов страны. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион», где проходил турнир, побывали и мы. Осенью прошлого года мужская сборная Оренбургской области впервые в истории завоевала титул чемпиона страны по русской лапте. А несколько дней назад команда вернулась с серебром из Ульяновска. Там проходил чемпионат России по мини-лапте, где наши земляки заняли второе место. Сначала проходила зона «Восток» и зона «Запад», и отбирали сильнейшие команды по две с каждой зоны и выходили. Вот мы заняли первое место на зоне и вышли в финал. Борьба была очень хорошая, даже с хозяевами турнира, с Ульяновском, с Московской областью, с Чеховым городом и с Раменским, тоже Московской области. Так вот получилось, что Чехову проиграли мы города с небольшой разницей, а остальных мы выиграли в упорной борьбе. Мужская сборная – пример для юношеских команд области. На тренировки к старшим приходят младшие лаптисты. Насколько успешно им удается перенять опыт, показывают турниры. Первенство России по мини-лапте среди школьников Оренбуржье принимает впервые. 12 мужских и 11 женских команд приехали в Саракташ, чтобы побороться за титул чемпиона. Оренбургская область представляет на этих соревнованиях тремя командами. Это две команды девушек и одна команда юноши. Значит, сборную составляют игроки четырех районов. Это команда Тюрганского, Саракташского, Адамовского района и Октябрьского района. Меньше размер площадки, число игроков и разрешенных приемов. На то она и мини-лапта. Однако, хоть и является всего лишь разновидностью большой, русской, популярности сегодня имеет ничуть не меньше. В каждой деревне, в каждом селе, в каждом городе лапта играют по своим правилам. Но я могу... Мне позволили бы, я вам сейчас порядка 20 правил лапты рассказал, которые я только знаю в России. Но в России еще многонациональная страна. Играют в лапту в республиках. Например, в республике Мордовия называется лапту. А в республике Удмуртия называется тупен-шудон. В Башкирии тоже играют в свою лапту похожие игры. И такой вот объединяющей классической игрой, которая в залах у нас сегодня являлась, мини-лапте. И она очень популярна среди молодежи. Спорт доступный, это не требует особо материальных затрат. И самое главное то, что в мини-лапту можно заниматься зимой, как вот проходит наше это первенство. То есть дети, которые, играют в русскую лапту, могут себя попробовать и в мини-лапте. То есть идет уровень, идет мастерство, идет развитие в этом виде спорта. Они стали лучшими в стране и смело ринулись в новую схватку. Сборная девушек Оренбургской области неделю назад одержала победу на всероссийском турнире в Рязани. Первым соперником на нынешних состязаниях для наших девчонок стали спортсменки из Мордовии. Со счетом 69-18 сборная Оренбургской области взяла верх в этой встрече. Свою лепту внесла капитан команды Елена Свечинская. Она знает, как привлечь фортуну. Поддержка моральная, все. Становимся. Улыбочки. Конечно, на первое место рассчитываем. Практически бессменный лидер в этом виде спорта – команда из Московской области, клуб «Чехова», который специализируется исключительно на мини-лапте. Составить конкуренцию готовы и ульяновцы. Однако наши парни тоже не лыком шиты. Это они взялись доказывать с первого дня соревнований. Нелегко пришлось сопернику сборной республики «Мариэл». Спокойно, все успокоился, играем. Призыв тренера не помог гостям. Уже в третьем тайме счет 56-11 в пользу команды Оренбургской области. На второй минуте последней четверти наши спортсмены побеждают досрочно, добившись заветной разницы в счете в 50 очков. Мы думали, команда будет намного слабее. Оказывается, они были тоже очень хорошо натренированы, команда организована у них. Но нам удалось их переиграть. Команда у нас оказалась лучше. У нас сборная Оренбургской области. Тут несколько районов представлены в одной команде. В общем, игра удалась, как хотели. Я не хочу подхалимничать или что-то анонсы давать, или сглазить, может быть, наоборот. Но мужская, юношеская команда очень хорошие шансы стать чемпионами. Но девушки, я тоже думаю, за призы поборются. Здесь... Три я бы выделил ярких лидера. Это Московская область, команда спортклуба «Русская лапта» среди женщин, девушки,
Это сборная Башкортостана, она целенаправленно готовилась, ездит по турниру, набирая квалификационные очки. И сегодня посмотрел игру ваших девчонок. Я думаю, что они должны быть в тройке. Большинство участников соревнований по мини-лапте летом играют в большую. И ту, и другую любят по-своему. Вот такая преданность исконно русскому виду спорта. Много путешествуешь по стране, узнаешь новых друзей, знакомишься, общаешься. Тоже соперничество. В общем, все положительные качества. Уровень организации первенства по мини-лапте среди школьников гости оценили высоко. А значит, не исключено, что турнир российского масштаба станет для нашей области первым в череде многих.